еще раз, друзья, вас приветствуем. Чемпионат России по пляжному футболу. 6-й тур у нас. Первый игровой день, который прошел здесь, в городе Саратов. Отличная погода, самая настоящая жара. Дельта, Саратов, крылья Советов, Самара встречаются между собой. Уйти, а может не уйти, а вот это Анжер, либо Тангер, радуется этот. Наверняка вот это пусть еще не появится на один период. А там посмотрим. Гарматеус, отличный удар, 3-0! Матеус! Хороший удар! Какой-какой! Какой голешник от Эдиньо! 3-1 сейчас становится. Все поле просматривается. Августов. Поднял мяч Августов и будет пробивать. Хороший удар. Поднял мяч Августов и будет пробивать. Хороший удар. И все будто заново начиналось. Мы снова отметим, что крылья очень большой. Десант задействовали в матче, который проходил в Питере, а тем временем Панкратов таки забивает. Дубль оформляет. Здесь было чисто сыграно. Бакинин на игру Матео. Сейчас он пробьет. И забьет Игорь Матеус, 5-1. Начинает Дельта просто разрывать крылья сейчас в эти минуты. Отбор, контратака. Вот Игорь Матеус, но он справляется. Захаров, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только посмотрите. Был. За поворотом. Вверх. Ой, бразилец, еще гол влетает в ворота Дельты. Ну, ворота Крыльев, конечно.